Где будете отдыхать этим летом? Планировали уже? Планувала, але точно не тут. Не в Запорізькій області, хочу поїхати звідси додому, я не звідси. Тобто в Україні? Не факт. А приблизний бюджет відпочинку? Ну, дивлячись на сьогоднішні ціни, це десь $500 за all-inclusive. Я без роботи, я взагалі все время отдыхаю, так що. А где будете отдыхать этим летом? В Армении. Да, не знаю, что. На даче это 100%, а там кто его знает. Где будете отдыхать этим летом? Ой, ну мы еще не знаем просто, если честно. Ой, нигде, наверное. Может быть, просто в Запорожье где-то или наверное, на дачном да. участке? В Запорожье на даче. Нигде. Этим летом я планирую отдыхать в Бердянске. Мы там каждый год отдыхаем с семьей, поэтому так. Какой бюджет примерно вы расцениваете? 1000 гривен. Так я буду отдыхать этим летом? Да. Я не буду отдыхать этим летом, но я буду работать. На даче. Одну? Со мной. Ну, не знаю, планируем за границу поехать. Платон. Примерно какой бюджет? Ой, я, если честно, не знаю, этим муж орудует, поэтому я вам ничего не могу сказать. Спасибо. Где будете отдыхать этим летом? На море, наверное. В Украине или где-то? Ну, да, в Украине. А приблизительный бюджет? Ну, не знаю, там 5, 6, 7. Я думаю, что дома за компьютером работаю. Не планируете никуда ехать? Нет, никуда. Так в Кирилловке где еще? Рядышком, близко. А примерный бюджет поездки? Там 1008. Спасибо. Хорошего отдыха. На море. Кирилловка? Бердянск, Кирилловка, ну, думаю, как бы за границей Запорожья не будем уезжать. Ну, хватает если того, не что... не планируем за границу. Маем то, что маем. А какой бюджет отдыха планировали уже? Не планировали, но... Не знаю, просто я как бы по прошлому году служу, мы ездили в Кирилловку на Федотку, там была база по 30-ке ночи, поэтому, как бы, если в этом году будет то же самое, это будет довольно-таки приятно. Там есть еще у меня контакт другой, я тоже планирую в Приморск, там вагон дается 400 гривен на неделю, ну, 10-местный вагон.